Сейчас расскажу вам случай с одной моей клиенткой. Женщине 45 лет. Она обратилась ко мне. Она была несколько раз замужем, было много мужчин, но эта женщина никогда не испытывала оргазмов. У нее была фригидность. Мы провели с ней сессию, ушли в регресс, поработали и нашли причину. Эта причина началась у девочки, у ребенка, 3 годика. Мы вернулись в регрессии в прошлое, нашли причину. Причина кроется в ее родителях, маме и папе. Они нанесли ей травму психологическую, и девочка этого, конечно же, не помнила, прожила всю свою жизнь, стала взрослой женщиной, вступала в отношения с мужчинами, но не получала никакого удовольствия от секса. После проработок женщина даже поменялась как бы физически, какое-то даже изменение у нее уже произошло. Я хочу с ней еще провести одну сессию, чтобы уже, как говорится, добить и дать ей 100% результат, о котором она мечтала всю свою жизнь. И эта женщина будет теперь наслаждаться своей женственностью, своей сексуальностью и получать все удовольствия своей прекрасной женской жизни.